Бинго. Что ты делаешь? Спокойно, спокойно. Просто выберешь приз, блондиночка. Нас освободят, как только ты вколешь антидот. Иначе все умрем, Карли. Нет, 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 а если это кислота? Я не буду. Будешь как миленькая. Слушай, просто признайся, Карли, ты воровала сумочки? Да, но это было давно, но я никого не убивала. Нет, 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 ты не раскаиваешься, а тот парень ждет признания вины. Ты лжешь! Ты лжешь! Нет! Я была на мели! Понятно! И да, кто-то умер, но я... Это не моя вина! Не твоя? Выбирай! Или я их все воткну в тебя! Нет! Нет, ты издеваешься! Хватит! Взгляни на них! Эти цифры тебе что-нибудь говорят! Выбирай скорее! Я пытаюсь! $3.53 Что? Что это значит? Что столько стоит жизнь для меня? Что? Выбирай скорее, правильный шприц! Выбирай! Я давай, не могу этого сделать! Иначе мы все умрем! Выбирай! Нет! Выбирай! Нет! Давай, нет! Выбирай, Карли! Я не могу! Я не буду этого делать! Хватит уже реветь! Я не буду этого делать! Да послепы! Я не буду этого делать! Я не буду выбирать! Ну же! Давай, Карли, давай! Отвали от меня! Выбирай! 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 О, Господи! Я затащил нас сюда. Держи себя в руках. Я спас нам жизнь. Ты же убил ее. Убил Карли. Эгоистичный ублюдок. Нет, перестаньте. Успокойтесь. Какого хрена? Жизнь стоит $3.53. Что? Она так сказала. Да. Да. $3.53. Внутри еще есть цифры. Это может быть комбинация.